17 лет, а именно столько, в культурной столице Югры существует Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения. И все это время учреждение тесно сотрудничает с нефтяниками и фондом «Лукойл». Ежегодно мы получаем различного рода подарки. И вот на сегодняшний день очень повезло нашим трем семьям, воспитывающим детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, дети вследствие ДЦП. И семьи ждут с нетерпением этих подарков, этих новых колясок. Изначально средства передвижения привезли в комплексный центр, где специалисты их собрали, протестировали и только после этого развоз презентов. Первый адрес – улица Молодежная. Здесь накануне у мальчика был день рождения, так что коляска стала отличным полезным подарком. Затем делегация отправилась на Заречную. Перед вручением небольшой инструктаж о функциональных возможностях. Подлокотник откидывается, если будет нужно. Подлокотник откидывается полностью. Регулируется по высоте, откидывается. Спинка тоже регулируется по высоте. Прежняя коляска в семье Карибовых пришла в негодность, да и зарядки аккумулятора хватало буквально на несколько минут. Новый агрегат намного мощнее и функциональнее. Ее хватало ненадолго, да, мы вот буквально во двор летом вышли, там, может, минут 15-20 крутились, катался он, и все, садились аккумуляторы. Хотя мы уже один раз меняли года два назад. Ну и пульт управления, он у нас уже испорченная была кнопочка. Вот это поновее. Спасибо большое за такой подарок. Он нам очень был нужен. Вот теперь может мальчик наш сам передвигаться по дому. Ну, огромное спасибо компании «Лукойл». Завершилась приятная миссия на улице Ленинградской. Растроганные родители обратились к благотворителям со словами признательности. До слез, конечно, приятно, что благотворительный фонд вот «Лукойла» нам коляску ребенку привез. Потому что наша коляска уже пришла не в годность, она очень маленькая, да, там и колесо уже спускало, вот. А сегодня такая вот самый счастливый день в нашей жизни. По мамам видно, насколько они рады и счастливы. Почему они рады и счастливы? Потому что все технические средства, коляски выполнены по индивидуальному заказу. Именно с условиями, особенностями ребенка. Одна из колясок выполнена в городе Калининграде с электроприводом специально под условия ребенка. Две коляски без электропривода, но они также подобраны индивидуально под детей и приобретались в Европе. Добрые волшебники уверены, что коляски расширят возможности детей в передвижении, познание окружающего мира и сделают их жизнь более активной и интересной. Сергей Ефимцев, Николай Сапожников. Специально для новостей.